Здравствуйте, дорогие зрители! Шнековый транспортер в трубе – это оборудование, обеспечивающее бесперебойную подачу сырья на высоту от 1 до 6 метров. Для удобной загрузки продукции из мешка используется съемный бункер на 70 литров. Кстати, производители изготавливают загрузочные бункера любого другого размера и конфигурации. В качестве материала загрузки используются зерновые, зернобобовые, масличные культуры и прочее. Загрузку можно вести с зерновоза, приемного бункера, хранилища. При этом возможно обеспечить производительность от 2 до 250 тонн в час. Чтобы придать устойчивость винтовому конвейеру, используется подставка. Самый простой вариант – непередвижная подставка из уголка. Сами шнековые транспортеры, как правило, производятся секционно. Это позволяет при необходимости изменить длину погрузчика, проводить обслуживание втулок, подшипников, очистку шнековой спирали, что увеличивает срок службы конвейера. В случае, когда необходимо периодически или постоянно регулировать высоту подачи сырья, лучшим вариантом будет регулируемая передвижная подставка. Она идет на колесах. Регулировка высоты может осуществляться двумя способами. Или вручную на шплинтах, или механически при помощи лебедки. Мощность двигателя и параметры шнекового погрузчика подбираются, исходя из потребностей клиента. Приглашаю посетить сайт производителя шнековых транспортеров ВС Украина. Ссылки уже в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!